символи национальной Украины. Я играю в Майнкрафт, но не в обычный. Его как раз не зря стоят за этим на сундуке. И вот эта штука. Это не обычный Майнкрафт, это Майнкрафт 1.2.8.20.2. Да, он очень интересный. Как видите, сейчас попробую так вам показать, что здесь написано. Видите, оружие. Да, здесь есть оружие. Оп-оп-оп. Ой, ёпала. Вот так будет лучше, наверное, видно. Смотрите. Вот, блин. Так показать еще. Окей, ладно. Смотрите, даже вот сейчас буду переключаться. Смотрите, ну вот это вот, как оно включается, видите, оно приближается. Настройки. Видите, он так, ну, красиво. Это полосенька. Так, смотрите. Здесь у нас оружие. Блоки. Это что новое? Не было обычно в Майнкрафте. Растения. Животные. Я раньше играла в 2.8, но сейчас у нас 2.22. Да. Давайте посмотрим. То есть я вам расскажу. Так, у нас здесь трезубец. Беру трезубец в руки. Здесь не зря эта башня, я сказала, стоит. Оп. И здесь две этих коровы. Сейчас стреляю в них. Видите, с два раза я уже убила их. Оп. И вот. Видите, тут так же самое, то есть, когда я прихожу. Так, смотрите, давайте вот так вот. Сейчас я здесь заспавню. И не взяла. Так, сейчас. Оп. Видите, здесь как в этом мобильном, ой, мобильном компьютерном, да. Чуть-чуть по-другому. Так, берем эту. Что ты смотришь? Я тебя пытаюсь, блин, убить. Ты смотришь. Здесь легко прицелиться, видите? Вот. И остается она. Я приближаюсь к нему. Так, приближаюсь, она пропадает. Автоматически. Так что делать? Положим все по местам. Здесь даже не тяжело ложить все. Так, все. Теперь блоки. Вот эти что здесь. Вот такие вот блоки. Оп. Сейчас я их возьму и вам покажу. Все их названия. Так. Сейчас мы будем строить. Так, что это у нас? Это блок сумасшедший. Что? А, вот есть вот такую. Вот коралл. Тоже коралл. Тоже коралл. И тоже коралл. И это коралл. И это тоже. И это. Вот как видите, название. Что это не... Какие, припустим? Что? Почему? Вы видели? Я вставила цветные, смотрите. Вы видели? Оно пропадает. Сразу цвет пропадает. Ну-ка. Вы смотрите, на этого проказника. У меня тут блоки меняют. Давайте так вот, оп. Они сами по себе меняются. Сами по себе цвет меняют. Угу. Может, падением будут менять. Все-таки коралл. Да, он в один меняет цвет.
Да, в воде не меняет цвет. Я сама только что-то для себя новенькое открыла. Видите, я сама даже это не знала. Так, вот. Ой, я уже сразу открыла. Ну ладно, давайте прочитаем. Растения. Вот такие у нас растения. Куда я и подела коралла. Такие. Вот так. Все, залили вот эти кораллы. Все так поставлю. Это не коралл, а какой-то огурец, я даже не знаю, как. Сейчас. Вот морской огурец. И вот так. Вот он уже уберем, потому что он у нас уже был. Сильно видно. Растения. Вот, кстати, что я вам хотела показать, самый плюс. Вот это. Мне оно очень нравится. Очень. Извините, что я так разговариваю, я просто приболела чуть-чуть. Я смотрю, у нас 36 подписчиков набралось. Я когда хотела снять видосик на эту часть. Ой, я не почитала даже, где тут. Я ломаю блоки прекрасно. Так, животные. У меня просто такие здесь положили вот эти бедра. Окей. Так, идем сюда, например. Это рыба, суку. Так, это что? Через серпас. Так, вот такая рыбка. Вот такая рыбка. А, это фук, да? Окей. Такая рыбка. Такая, это дельфин. И что самое интересное, здесь спавнятся дельфины. Что дельфины едят рыбку, да? Или что они там едят? Окей, давайте попробуем его приручить. А вот нет, все-таки приручим мы в следующей серии. Да. Приручим в следующей серии. Так, нифига. Так, вот, кстати, это вот рыбка. Что, воды нету? А, вот что рыбка. Вода. Ой, что с моим телефоном? Так вот. Да, ну 4%. Посредила сейчас у телефон. Прячу неимоверно. Продолжаем. Что ж, не отвечаю. Продолжаем. Идем дальше, потому что есть любой спавнится.
Смотрите, рыбка. Опять вода появилась, видите? Сейчас рыбка. Ну, кажется, рыбка, да? Ну, таким способом вы поняли, что она делает. Очень классные вещи, да. Всем советую. Ну и давайте. До свидания. Извините, что такая короткая серия. Постой, что телефон садится. Вот. И сейчас вот самое-самое интересное хочу показать. И все. Будем прощаться. Падаем. И смотрите. Все. Видите? Он как приседает. Ну, всем пока-пока.